Школа номер 59 в деревне Марусино увеличивает площади. К зданию возводится четырехэтажная пристройка. Новый корпус поможет решить проблему с нехваткой мест и избавит учеников от второй смены. Ход строительства проинспектировал глава округа. Возведение дополнительного корпуса 59-й школы началось в марте этого года. Как и на всех строительных площадках, работа здесь была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сегодня здесь трудится около 40 рабочих и 3 единицы техники. Четырехэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Сейчас у нас идут работы монолитные. Это ниже нулевой отметки. Возводится стеновье. Пристройка рассчитана на 400 мест. В ней разместятся спортивные актовые залы, столовая, кухня полного цикла, а также медицинские кабинеты и трудовые мастерские для мальчиков и девочек. Новый корпус соединят с основным зданием школы с помощью двух переходов, которые в осенне-зимний период будут отапливать. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.